Сразу все опыт присетимо, как и устроена Вселенная. Мы посмотрим Вселенную как холограмм, где свака частица и делич, сваки элемент имеет в себе, содержит в себе всю реальность Вселенной и сам холограмм Вселенной. И значит, до било кое тачки простора вы можете да преузмете било кою информацию. Да изберете било кою тачку. И да ту тачку преокренете у простору пред вами по задатку. Ономе что желите да видите. И управо то че се появити пред вами. Ali nemojte očekivati da to bude kao fizički lik, fizička predstava. Vi shvatate, ako vidite optikom, mi vidimo faktički ne fizički lik. A realnost predstavljena je vidje svjetla energije informacijone valne. A upravo tu realnost koja je predstavljena u obliku svetlosno-energijsko informacijenog talasa. I tak kako je to svjet. I pošto ta svjetlost и энергия и информация су такође представлены преко светлости. А свет – это динамичная, подвижная, послушная структура. А светлость – то динамична, покретна и послушна структура свести. И зато да бисте изменили одређени догађај, да бисте променили неки објекат, да бисте расформирали тумор, нам је довољно да замислимо тај елемент у реалности, у njegovom istinskom obliku, bez dekodiranja, u prostoru pred nama. I po cilju upravljanja, uticajući i znajući za tačke uticaja, a to su tačke pristupa, i mi znamo da je to struktura makrospasenja, мы постижем управление. Мы управляем оптикой. Мы управляем оптикой. То есть то, что находится в нашем сознании. То есть оним, что се налази в нашей свести. Сознание является реальностью. Все это реальность за свести. А вот все, что мы видим. А все оно, что мы видим. Что мы ощущаем. Что мы осечем. Что мы создаем. Что мы створим. Мы и видим. Мы и видим. У облику онога, что створа наша свест. То, что создается в нашем сознании. Оно, что се створа у нашей свести. Как создается. Как что се створа. Так и подчиняется управлению нашей мысли. Тако се и подчинява управлению нашей мысли. Мы знаем, чтобы сделать реальность такой, какой мы надо. Мы знаем, да бисмо реальность учинили онакой, какой мы желим да буде. Нам нужно создать скорость мысли. Нам е потребно да створимо брзину мысли. Да буде исто онако брзина, као ко Творца. И тогда мы получаем следствие своего управления. И тогда ćemo добити последицу нашег управления. Максимально приближенное время. У максимально приближено времено. И вот какие бы ни были события. И ма какви били догађаји. Или конгломерат событий. Или конгломерација догађаја. Бесконечно сложные взаимосвязанные системы. Бесконечно сложные, комплексные и повезанные системы. Они су наше спознаје, свега само, само неки простор са енергетско-светлосно информационном структуром, која се декодира в нашем спознаје, као, например, град, много система, политички, социјални, комуникативни. И тут се налазе все сферы живота людей, которые су изражены как događаје люди, так и događаје от страны людей. Чтобы управлять этими сложными системами, и да би се могло управлять этим сложеним системами, мы те системы видим как воспроизводство от
видимо да су произведени от Творца. Все же воспроизводится от Создателя, да? Jer sve se stvara od Tvorca. Он первый исток всего. Он је прво-извор, првобитни извор свега. И то, чем человек не управляет. И оно, чиме човек не управља. Я, например, не управляю канализацией города, да? Я, например, не управляю канализацией города. Или, или энергетическим снабдеванием. Но если я живу в квартире, а ако я живу в стану, там все само как бы по себе воспроизводится. Оно как бы само по себе долази в стану. То есть есть какие-то сложные системы, постоят некие сложные системы, которые этим управляют. Кои тиме управляют. Значит, если мы выделим, ако мы извоим, светоэнергоинформационную структуру города, светлоэнергетическую информационную структуру града, да, ну вот мы видим, да, светоэнергоинформационная волна, то есть талас, кои има общу точку самоорганизации, и ты имеешь много маленьких точек самоорганизации, и общая, целокупная наша реальность, это бесконечное количество, бесконечно маленьких сферочек, то есть бесконечная количина, бесконечно маленьких сфер, содержащих в себе как конкретную информацию, так и информацию всего мира, кои содержат в себе и конкретную информацию, и информацию целого света. То и есть в целине светлостно-энергетическая информационная структура Бога. Если мы ставим задачу. Ако мы поставим задачу. Вот в этой бесконечной структуре сложных систем. Да, в этой бесконечной структуре сложных систем. Жизнеобеспечение каждого человека по норме Творца. Снабдевание каждого человека по норме Творца. Это у нас задача. То и наш задача. Выделяем задачу. Издваем задачу. Для спасения всех вечного. У имя спасения всех и вечного и гармоничного развития. И снабдевание всем необходимым всяком человека по норме Творца. Это значит благосостояние, молодость, здоровье. То значит благосостояние, молодость, здоровье. А вот эти вертикальные световые лучи, ови вертикальные светлости снопови, которые постоянно воспроизводят, да, кои стално наново стварају свети системи, все эти системы от Создателя, от Творца, мы вот ставим такие световые, мы овде цртамо, и выделяем. Ми, много, ми да? Издвоимо таке светлосне снопове. Них има много. Да. Горе простор. Да. Ну, мы знаем, что и каждому человеку идет индивидуальный ми знам, световой луч. Да? Дака свакому человеку иде индивидуальный светлосне сноп. Кои га наново ствара. А в данном случае вот у нас нам нужно воспроизвести, значит, жизнеобеспечение человека. А он, в ovom случае нам е потребно да створимо снабдевање сим неопходним човека. Тогда нам в, это вот, в эти структури воспроизводства, нам от тим структурама нановог стварања, которые идут автоматически, кои се креће автоматски, общий выбор людей, которые живут. То је общи избор люди који живе. Но нас ведь направляют на выбор совсем другой системы, чем той, которой мы хотим жить, да? Али нас усмерава совсем други систем, него онај у коме ми желимо да живимо. Значи, морамо да ту извршимо корекцију. И тогда ми тут корректируем и воспроизводство этой системы. И тогда ќе ми да извршимо корекцију и како се, тог системе како се ствара. И свою информацију. Ако убацимо у нега нашу информацију. Да. Подкорректируем всю систему. Извршит ћемо корекцију целокупног система. И сложних система. И свих сложених система. И подкорректируем личную жизнь каждого человека. Извршит ћемо корекцију личног живота сваког човека. То се чини ради структуры спасения. Да. Ну, жизнеобеспечение. И снабдевание всем необходимым. Вот у нас задача. Ово је наш задаток. Да. Но у нас бесконечное количество сложных систем. Али ми имамо пред собом бесконечно број сложених система. Очень много, они поставили. Них је врло много. Создатели на развитие. Них је творac поставио на развој. Но развитие. Али развој. Оно же должно идти по норме Творца, да? Развој мора да се одвија по норме Творца. И мы ведь овде можем сослониться на свое знание. И на проявление воли и действия Создателя. На исполнение воли и действия Творца. Он каждую структуру. Он всякую структуру. Информационную, энергетическую, цветовую, физическую. Информационно-энергетическую, светлостную, физическую. При создании. При створении. Сразу же ставит на бесконечное гармоничное развитие. Одмах одреджує и поставлю на бесконечный гармоничный развитие. И получается, если мы здесь подталкиваем к макроспасению жизни, обеспечению людей,
И зато произвилази, ако ми овде погуравамо, ка снабдевани си необходни по норми Творца, люди, ми постаемо соучесници стварања, зато што ми извршуваме волю Творца. И вот чтобы наше влияние и дабы наш утицей было проявлено более чётко, било исполнено што прецизније, и между вот этих вот ми узимамо и между вот тим вот световых столбов, между тим светлостным столбовима, сноповима, вот просканировали, продублировали эту сферу, ми смо сканирали и умножили ту сферу задатка, и убацуем простор между этих светлостных снопов. И у нас получается что? И мы добьем что? Переотражение этих систем. Отражавание этих систем. Наших личных задатка. Снабдевание всем необходимым. У структуре сложенных веза и система. И постоянное. И стальное. Влияние, корректировка. Утицая и исправки, коррекция. Все дотле, докто не буде реализовано в физичкой реальности. Значит, даже управление сложными системами, значит, чак и управление сложенными системами се врши врло просто. Очень легко и врло лако. Тако и одрежено. Ну, если мы, конечно, это представим, сложная система в виде сферы. Але ако ми замислимо тај сложени систем в облику сфере, овој пробитни систем ми као спањемо. И своју личну задачу вводим в эти сложени системи. И свој личен задатак убацујемо те сложени системе. Града устройства, да? Устройства града. Да. То вот этот свет, то ова светлост, он просто вот как бы расходится, она се шири по всей структуре града отправления, по целой структуре изградни града. Да, и так начинает постоянно влиять. И починје стално да утиче. Зато да би си системи радили на снабдевање сим необходним по норми Творца. Значит, вот это вот управление. Значи, ово управление. Вот его представление, да? Ово, како оно представлено? Да. И управление уже так, как делает Создатель. И ово лево управление, како то врши Творец. Да. Здесь мы сделали управление, ну как бы для рассмотрения, да? Овде смо направили овако управление, да би смо детаљно видели, како ће то бити, како ће се одвијати. Али да бисмо извршили у секунди историјено управление, чинимо овако обшчено, као што је лево нацртано. Да не бисмо замишљали, представљали целу ту огромну слику. Как ещё мы можем управлять? Како још и можемо да управљамо? Значит, светло-энергоинформационна структура всего города. Светло-энергетска информационна структура целог града. Не, тачка самоорганизације. Може да замислим облику таласа, која стално на ново ствара град, и се луѓе у нему, и догаѓаје будућности, и прошлости, и садашности. Значи, постоји тача која само организује целокупну реалност. Понятно, што дальше иде там вся Србија, далје за градом се налази сва Србија и тако далје. Али сва информација се содржи и во информацији града. Для логики это как бы расширение. За логику то је као проширење знања. А для души это сжатие. А за душу то је сажимање, сужавање. Информације мира. Информације света. Информацију города. У информацију једног града. Здесь можно на эту точку воспроизводства. Нову тачку самоорганизације. Жизнје обеспечење людей по норме. Може се пошири задатак обезбеђења свих људи по норме. И тогда сноп от Бога, от Створителя. Точку макрорегулирования можно перевести в точку воспроизводства этой информации. Из тачки макрорегулирования он се пребацует в тачку самоорганизации этой информации. И можно повернуть всю эту структуру, которая перед нами сейчас. И можем да преокренем ту структуру, которая сада перед нами. По задаче жизнеобеспечения. По задатку снабдевания сим необходимым. Просто вот немножко. Мало да померим испред нас. Нам е необходимо да дојдемо, достигнемо ту тачку самоорганизације. Тоест, вот, делаем точное управление. Вршимо прецизно управление. Здесь еще много точек,
Ovdje se nalazi još veliko mnoštvo tačaka. No, tako kako oni svezani s osnovnom. Ali pošto su one povezane sa osnovnom tačkom. To oni sve zasvećuju. To one se sve osvetljavaju. I tamo je drugi znanje. I one sadrže tada druga znanja i informacije u sebi. Informaciju makro spasenja. И нам ясно, с чем, если можем, да радимо. Нам кажется, что мы ничего не можем сделать, что вот это вот такое дело большое, это мало. Нам осочиняет, да мы ничто то не можем доучинимо, да это великий объем информации. А там все такие упрямые люди, они не хотят ничего слушать. Али и да су внутри все люди твердоглави, да нико неће ништо нас наслуша. Вы знаете, что вы живете в индивидуальной вселенной. Али ви треба да се свесте тога, да ви живите в индивидуальной вселенной, свако от вас у своем просторе. И да исто тако, као што едни люди прихватају смрт и умиру, а други живе бесмртно. То је њихово спознаје, спознаје бесмртности. Но так же и ваше восприятие в общей системе жизнеобеспечения. Тако и исто и ваше спознаје у общем систему снабдевања необходимо. Выделено как индивидуальное локальное звено. Биће издвојено као индивидуално локална тачка. Или Белчук. Да, Белчук на Ланс. Звено. Ну, понятно, да? Ну, точно так же, если человек постоянно делает управление, то Белчук. От Ланса, от Ланса. Карика. Не, Карика, Карика, да, Карика, Карика. Карика. Да. Ну, человек живет и делает управление по макроспасению. Человек живи и вруши управление по макроспасению. Ставит задачу распространения учения гробовое. И поставили как задаток ширение учения гробовое. Я не сам себе поставила задаток, да че я расширим учение. Я поставила это абстрактно, чтобы учение расширялось и больше людей начали этим заниматься. Я сам то отредила абстрактно, да се учение шире и что више люди у него да се включили. Но душа, она все воспринимает в прямом смысле. Али душа все прихвата в буквальном смысле. Поэтому она создала такие условия, и обучила меня. И створила такие условия, и обучила меня. И поставила меня на распространение. И поставила тако меня на ширение учения. И тако сам я поставил задаток реализации рая в физической реальности. Опять же, для всех. Опять, за све. Но получила реализацию так, как я его представляла. Али добила сам реализацию баш онако, как что сам замислила. За себе. То есть, когда вы делаете для всех. Значит, когда вы чините за све. Да. Вы не можете влиять на выбор каждого человека. Вы не можете да утичете на избор всякого человека. Но в первую очередь вы влияете на свою собственную жизнь, на свое восприятие. Али пред свега ви тичете на ваш собствени живот, на ваше собствено спознание. Поэтому почему гробовой говорит, что управлять на воскрешение очень полезно, на исцеление там всех людей. И за что гробовой каже, да врло корисно управлять и на спасение, исцеление, и воскресение всех людей. На хармонизацию всего. На хармонизацию мира, да? Целого света. Да, потому что все начинается от вас. За то, что все почине от вас. Потому что ваша вселенная лично, индивидуально, она зависит от вас. За то, что ваша вселенная лично индивидуальна и зависит сам от вас. Да. Ну и расширение вашего сознания, структуризация вашего сознания. Исто тако и проширение структуризации вашей да, свести. Она выводит вас на более высокие скорости управления. Вас доводит до более выше вечих брзин управления. Да, управление и создание реальности. Управление и створение реальности. А теперь вы видите. А сада вы видите. Что если вы выходите на оптику восприятия. Да, ако вы прилазите на оптику спознания. Nekog događaja ili nekih složenih sistema vi možete prosto da upravljate. Ali kada vi obezbeđujete svim neophodnim sve ljude to taj impuls se odmah vraća ka vama i u vašem telu razvoračujete te sobite vidi znači kodov. И в вашем теле все отваряют и догадзе, и облику кодова ДНК. А вы начинаете воспринимать изменения своей жизни. И онда вы починете да спознаете измену ваших живота. Ну, значит, давайте еще сделаем одну технологию. А сада чему, да извершим управление еще одну технологию. Ну, это опять же для того, чтобы, для осмысления того, что... То и опять за то, дабы вы более осмыслили. Когда мы начинаем управлять концентрацией, когда мы начинаем да управлять концентрацией, где соединение происходит духовного и физического,
gde se odvija spajanje duhovnog i fizičkog. Onda se vrlo brzo događa rezultat. I mi možemo vidjeti nekakvu matricu, sjetku matrice. I mi možemo da izdvojimo određenu matricu, mrežu matrice. Fizičke realnosti. Fizičke realnosti. No i razmatrujem takođe prisutstvo tamo duhovnih struktura. I mi primećujemo takođe prisutstvo tamo i duhovnih struktura. Jer fizička realnost nas sastavljaju sa uravnje duhovnosti. Jer fizička realnost se stvara sa nivoa duhovnih struktura. Ali ako se budemo koncentrisali na fizičku realnost, pretpostavit ću da tamo postoji duhovna, mi ćemo morati da učinimo mnogo radnje. Ali ako mi produpliramo tu matricu, mi uzimamo mrežu matrice i izdvajamo na njoj neki objekat. I odmah pored dupliramo. Odam nada isceliti čoveka, da? Pred nama je zadatak da iscelimo čoveka. Jest fizički objekat čoveka. Postoji fizički objekat čoveka. A jest jeho duhovni. A postoji njegov duhovni nivo. I koncentracija vod na etom uravnju. I koncentracija na ovom nivou. Eto vod kak bi takoj vod, tože uravnj optike, da? To je isto nivo optike. Da. Od koncentracije na etom uravnju. Koncentracija na ovom nivou. Mi spajamo fizički i duhovni objekat. To je fizička materija tijela čoveka i duhovnu strukturu. To je fizičku materiju tijela čoveka i njegovu duhovnu strukturu. I tako tam tehnologije s drevom idet period, postojanje teritok informacije. I isto kao u prethodnoj tehnologiji sa drvetom, dešava se neprestani prenos informacija iz duhovnog u fizičko i obratno. A mi znamo što tijelo duši. Mi znamo da tijelo duši je uvek mlado i zdravo. I telo duha, takođe. Struktura božanskog saznanja. Struktura božanske svesti. Takođe obraz u normi. Takođe tamo i lik u normi. I tada je tad uravnj. I zato ovaj nivo. Optički, duhovni. Optički, duhovni. Prekladajca na obraz. Se prenosi na lik. Tože optički. Takođe optički. Ali i fizički. Pa da? Shvatate. I tada kada mi koncentrirujem se zdje. I zato kad se mi koncentrišem u ovoj oblasti. Mi stvaramo prenos informacije s jedne matrice na drugu. No, a kada mi ih složimo potom vmeste, a kada ih mi posle složimo zajedno, no tada nam uže biti sve понятно, ne nada razdjeljati. Tada će nam sve biti jasno i više nećemo to morati da delimo. To je vod tako prosto upravljenje. Evo je vrlo prosto upravljenje. Da, vi možete ga sad delati. Možete sad i da ga učinite da biste ga bolje usvojili. Ako želite da izmenite neki objekat, da ga harmonizujete, da ga ispravite, onda isto delujete na ovaj način, ovom metodom. Pojavljuje se duhovno stanje dejstva duha. Sve zavise od toga kako se zadatak postavi. Podmlađivanje ili materializacija organa. Ili regeneracija ili isceljenje. Pogledajte kakve zadatke vi možete da rešite. U ideali, konečno, sve zadače možno rešiti, imenom sovmišljenjem fizičkega i optičkega uravnja, to je duhovno. Idealno bilo bi rešiti sve zadatke spajanjem duhovnog i fizičkog nivova. No, kada možemo trenirujemo se,
ali kad se mi dovoljno uvežbamo, onda više to neće morati da radimo, pošto će djelovati automatski. Mi počinjemo da shvatamo i da znamo. Da stvaranje fizičke realnosti uvijek prethodi dejstvo duhovnih struktura. Znači, koncentrišite se na granici između duhovne i fizičke. To je kao matrica. To je program. Program, to je program. Programa sastavljena. Kakva je to programa? Program stvaranja. Postoje prostorno-vremenski nivoj, a postoje vanprostorni i vanvremenski nivoj. I spajanje njihovo daje brzinski nivoj upravljanja. A sada ćemo još malo da popričamo o tome. A to što prisutstvo Sazdatelja u našim dejstvima. Da je prisutstvo Tvorca u našim dejstvima. Da je ono stalno. Da je on izvor svega onoga što imamo. Duša, duh, telo, događaj, realnost. Isto tako kao što mi nismo bili svjesni o prisutstvu duhovnih struktura u našem upravljanju. Tako mi nismo bili svjesni prisutstva Tvorca u svim našim radnjama i dejstvima. Isto tako kao što naša duša spoznaje sve događaje realnosti. Tako isto i Tvorac, on sve prihvata neutralno u odnosu na svoju tvorevinu. Ali svaku strukturu i svaki stvoren element. On postavlja na razvoj do beskonačnog nivoa. I ako mi taj nivo obuhvatimo svojom svešću, to mi ćemo beskonačnosti, beskonačno razvijeni, mladi, lepi i harmonični i tako dalje. Mi posjedujemo sve božanske mogućnosti i sposobnosti. I kada mi učinimo obuhvat našom svešću, kada tu faktički strukturu razvoja duše, kada naša duša bude toliko razvijena u budućnosti, da ćemo moći ovdje da koristimo ta znanja. Zašto je naša duša beskonačno razvijena već sada? Zato što u njoj nema pojma budućnosti. Zato što ona sve to već ima. I ona je beskonačno razvijena. Ali nama je potrebno da tu njenu strukturu razarhiviramo svojom svešću. Tako je Tvorac stvorio svet. Što mi možem svojim saznanjem, da mi možemo našem svešću pomoći duše u razvitju. Da pomognemo duši u razvoju. I potom naša razvita duša. I posle toga će naša razvijena duša sazdajot u nas, dla nas, dla našeg možu razvitja fizičkog tijela. Stvoriti kod nas, radi našeg razvoja, fizičko tijelo. Razvita je saznanje. Razvijenu svest. Uključujući razvijenu logičku strukturu svesti. Znači, panjatno, da? Jasno, znači. Sad ću da vam objasnim. Znači, mi razvijavamo se beskonačnosti. Mi se razvijamo beskonačnosti. U beskonačnosti. U ovoj strukturi koja nije ograničena. Razvijte. Razvoj. S jednog, kako panjamo. Sa jednog shvatanja. Odvija se beskonačno. Ali to je pojam vremenski. Eto kako je struktura saznanja. To je struktura svesti. A duša je ovdje i sad. Ali duša je sada i ovdje. Pretpostavljamo razvijena. Pretpostavimo razvijena. I mi gdje da tamo u saznanje, beskonačnosti. I mi negdje tamo u svesti, u beskonačnosti. Čez milijarde let.
kroz milijardu godina. Ой, какие развитые, все умеем. Evo koliko ćemo biti razvijeni, sve ćemo umjeti znati. Bit ćemo mladi, lepi. И так далее. И все у нас хорошо. И все će biti kod нас како треба. Ovo je sferičko isijavanje naše svetlosno energetsko informacijne strukture. A ovdje smo, ovdje u ovoj tači smo takvi kakvi smo sada. Potrebno nam je da usvojimo određenu strukturu znanja. Koja je adaptirana ka našoj realnosti. Treća dimenzija, neko se može približio ka četvrtoj. И мы предполагаем, что душа вне времени. В ней вся бесконечность. У нее вся бесконечность. Все события бесконечности. Все догадки бесконечности. Живет. Уже в ней налазим. В облике знания. Но реализует она в физической реальности те, которые мы запрашиваем. Али она их реализует в физической реальности, само она, которую мы затражим от нее. Ну, конечно, знания. Если мы запросим знания там пятой, шестой верности, мы из третьей исчезнем. Наравно, а если мы затражим от души знания, петой и шестой димензии, мы ćemo onda nestati из трети. Нас тут никто не увидит. Више нас никто ovdje neće vidjeti. Мы будем уже там. Već ćemo se nalaziti tamo. Но если наша задача здесь какие-то там решать вопросы. Ali ako je naš zadatak da rešavamo određene stvari ovdje. Pomagati ljudima. Da pomažemo ljudima. То мы посещаем пятую мирность. Mi ćemo posjećivati petu dimenziju. Da upravljajem, primjer. Dok vršimo upravljanje. Mi odatle upravljamo do zgore trećom dimenzijom. A potom prihodim tamo i opet upravljam svoje običajne zadatke. A posle toga se vraćamo kući i obavljamo naše običajne svakodnevne zadatke. Znači, u našem saznanju, znači u našoj svesti, je beskonačnost, je prolongirana u nivo beskonačnosti vreme. Sabitja budućnosti. Događaje budućnosti. И бесконечно брой них, догадей них в будущности. Они находятся одновременно как в душе. Они се налазят истовременно как в душе. Так и в структуре сознания. Так и в структуре свести. Потому что душа строит сознание. За то, что душа гради свести. И отражает на сознание. И отражает на свести. Все свои знания. Сва свои знания. А мы востребуем. А мы тражим. Только те, которые адаптированы к реальности. Само на знания, которые прилагоджены к реальности. Ali u ovom slučaju mi možemo da učinimo šta? Da stvorimo prostor razvoja duše. Šta je to razvoj duše? To je aktivizacija u duši svih tih znanja, njihov prenos u svest, poimanje toga, izmena fizičkog tela u stanje norme i sve se to čini odmah istovremeno. Zato što sve se to dešava u prostoru razvoja duše. Gdje vreme ne postoji. Gdje je duša postvorila svešću. A u svesti se nalaze sva znanja duše. I tada telo čoveka postaje najoptimalnije, harmoničnije, ali adaptirano ka toj realnosti. Mi znamo da u našoj realnosti živi i bogovi, i anđeli, i arhanđeli. I oni su nam donosili znanja. I oni također žive, kao što Grabovoj živi. I Tesla je živeo. Sada je to Viktor Petek, naučnik, koji sve čini ono što nekada činio Tesla. I to je za njega prirodno stanje. I Melkisedek sada. Oni žive u dimenziji zajedno sa nama, u realnosti. I zato kad se mi dodirujemo prostora razvoja duše, kako se mi dodirujemo? Naprimjer, nam je potrebno da rešimo neki zadatak. Naprimjer, koža. Naprimjer, koža. Da obnovimo kožu. Mi u prostranstvu razvitja duše
мио простор развоя души. Где уже? Где уже как бы все готово и все знания готовы? Где ведь все спремно и где сва потребна знания постоит за реализацию? Мы помещаем как бы вот внутренние оболочки. Мы на внутренний моточ. Да, кожа. Постоим той как кожа. Ну кожа же, она же держит внутри организм. Али кожа содержит внутри себя организм. Значит, внутри се налазе сви органи и структуры. Представлены в виде чего? Кои су представлены в облику чега? Наша душа это что? Наша душа это что? Информация. Информация. Знание. Это в виде как бы знаний, да? И све то представлено в облику знания. И вот, чтобы нам задействовать эти знания. И да бисмо активировали это знание. Например, по восстановлению кожи. Например, по обнови кожи. Мы с внутренней стороны мотача сферы развоя души. Как бы возьмем и создаем нашу кожу. Узимем и створим нашу кожу. Внутренняя оболочка. Внутренний мотач. Сферы развоя души. Наша кожа. То есть наша кожа. И тогда мы как бы вплываем вовнутрь. И тогда мы как доплываем внутрь этой сферы. И начинаем смотреть. И починем допратим. Знания у нас под рукой. Знания наши со други. Сва знания души су ту. Со чим ми радимо? Со знанима. Сознание кто создает? Свесть. Ко ствара свесть? Душа. Душа ствара свесть. У нас все под рукой, у нас в этой сфере. И све ми имамо под руком. У той сфере. Все возможности. Се налазе све могучности. Все условия. И сви условия. Вся наша сила. Сва наша снага управления. Значит, что мы делаем? Значит, шта ми чиним? Улазим внутрь сферы. Но мы не в свое физическое тело входим. А мы не улазим в наше физическое тело. А мы входим в уровень информации. Мы улазим в ниво информации. Это пространство развития души. То есть простор развития души. Сфера развития души. Сфера развития души. Но у нас тело-то часть души. Али наше тело и есть дело души. Да. Мы не всеми знаниями пользуемся. Мы не користим все наши знания. А как да использовать все наши знания? Душа бесконечно развита, она бесконечность не признает, она все здесь. Jer душа бесконечно развита, она не признает бескрай, она се налази сва сада и овде. Да, и все знания ее бесконечно развиты, души, они вот они под рукой. И сва знания бесконечно развиты, души она се налази ту испред нас. И мы здесь, в этой сфере, можем посмотреть. И зато мы в этой сфере мы можем да видим все. Как мы вплываем вовнутрь сферы. Мы улазим, как плываем внутрь сферы. Видимо нашу кожу и внутреннего мотача органа. И что нам нужно сделать? И что нам потребно да учиним? У нас свет все время вот там. Свет души. Знание. Светлость души, знание души значит, е ту пред нас. Просто надо направить своим сознанием. Значит, мы треба да усмирим нашу свещу. Светлость души. Каких-то дефектов. Да уклоним могуće дефекте. Да. Раны там какие-то, ушибы. Раны, повреды, ощущения. Может быть там прыщики какие-то. Младежи. Боре. Вот мы начинаем мысленно направлять свет души. Мы починем мысленно да усмеряем светлость души. Хотя, на самом Иако, деле, у ствари, свет души, светлость души плотно, плотно как бы примыкает, густо се додирует, внутренней оболочке. Ко внутреннему мотачу. А мы туда поместили, что? Мы там поставили что? Нашу кожу. Но если мы не сделаем этого действия, але ако мы не учиним в радню, та знание се неће активирати, неће радити. Только если мы касаемся своим сознанием, само ако се ми додируемо нашим свешћу, неке информације душе, тогда начинаются изменения. Тек онда починју промене. Ну, значи, для спасения всех и вечного гармоничного развития, значи, у име спасения свих и вечного гармоничного развоја, создаем сферу развития, стварамо сферу развоја душе, и поставим свой особенный задаток. Восстановление омоложения кожи. Обнову кожи. Норма. По норме Творца.
и мы улазим внутрь сферы. Уплываем как бы, да? Как плывающие улазим в нее. В своем спознаем, наверное. Оптическим восприятием. Оптическим спознаем. И глядаем нашу кожу, да ли сегодня налазим некие повреды, раницы. Нечто, что се там налази. Может, кожа слишком тонкая, может, может, кожа превыше танка или превыше дебела. Может, она где-то отечная, да, нужно полностью. А негде, может, има масница, мы треба потпуно да обновим. Свет души. И тогда мы покречем светлость души в структуре развития души. Уплотнять. Мы сгущаваем. Уплотняем. Сгущаваем свет. Делаем плотно. Чиним густим. Чврсто. Мы как да кристаллизуем светлост у нивоу нашей кожи. А тем пре, ако неко може то да види, где се налазе повреде, раници, маснице, где-то утолщение, например, где се задебљање на коже. Треба да учинимо једнородну кожу, да буде свугде иста. И једнака. И все слои, и спонни, и горни слои, и донни. Эпителиальный. И эпителиальный слои. Галогенный. И эластинный. Все слои кожи. И подкожное тканево, и подкожное масноче. Кожу головы посмотрите. Кожу головы также обратите внимание. Да коса будет лепо, обратите внимание на кожу головы. И уведите ту светлость также. Вообще все процессы, которые се одвивают в сфере управления души, они се одвивают очень быстро. Ну, если, например, процесс идет медленно. Али, да? Например, если се процесс идет очень споро. То возьмите и перенесите как бы это управление. То возьмите и перенесите это управление. Как бы несколько в прошлое. Мало в прошлость перенесите. А душа это быстро, это она же не времени работает. А душа, пошто ради ван времена, она че туда изградит сегодняшность. Вы перебаците в прошлость. Понятно, что там мы были моложе. Ясно, там мы были младше. Да. И там идет быстрее процесс восстановления кожи. И там одвия много брже процесс обнови кожи в овом времени. Это для нашего сознания легче. То есть за нашу свесть так лакше да ради. А душе нет разницы. А за душу разлика не постоит. Текущая она или будущая. Дали она в сегодняшности, будущности или прошлости, она ради. Njena znanja su stalna. I uvijek su bile i bit će. Теперь посмотрите, вот если это кожа здесь, да, вы кожу восстановили. Сад обратите пажу на кожу, ако ste je obnovili. А теперь вы хотите посмотреть какую-то систему. А сада želite да видите neki sistem. Ну, кто-то костную систему посмотрит, кто-то эндокринную систему. Neko, например, želite да видеть свой костур, свои кости или эндокринный систем. Ну, мы можем группой работать, мы сейчас пройдемся по минутке. Mi možemo da radimo i u sastavu grupe. Sad ćemo da prođemo postepeno sve sisteme, tela. Naprimjer, od sičas načinajem, kako je s nervnog sistema. Počet ćemo od nervnog sistema. No što mi tam označajem? I šta mi tam tada određujemo? Mi možem perevesti faktički svu informaciju duši v jednu kletku. Mi možemo da prebacimo svu informaciju duše u jednu ćeliju. Немойте се плашити, не ће се смањити знања душа от тога.
Видите? Сфера развития души. Это нервная система. Ова нервная система. Нервная система. Выделяем какую-то клеточку. Издаем некую челюсть на нее. И всю информацию души. И всю информацию души. Свет сжимаем в эту клеточку. Светлость сожимаем в ту челюсть. И идет сразу восстановление нервной системы. И отмах се дешава обнова нервной системы. Но платформа знаний, которую мы имеем, Али платформа знания, которую вы поседуете, это уже позволяет сделать. То дозволява, да то можем да учиним. И тогда от этой клеточки, и тогда от этой челии, знание вспышкой, как светом, передается на всю нервную систему. Знание се переносит светлостью, как блеском, на целую нервную систему. Если вы это сделаете правильно, и ако вы то учините правильно, то вы все получите сразу. Вы ćete все добить отмах. Нервная система. Нервный систем. Чтобы быть у нормы. Значит, рассмотрели сферу развития души. Поглядите еще одну сферу развития души. Выделили там нервную систему. Из там се нози все. И издвоите у ней нервный систем. Головной мозг, спинной мозг. Великий мозг, кичмена мождина. Нервные стволы. Нервные волокна, нервные окончания. Нервные волокна и другие нервные системы. Издвоите. То есть в облику сферы. Ну, мы там предполагаем, что там все клеточки нервной системы. Предполагаем, что у нее налазят все челии нервной системы. Вот она сфера светится. И та сфера светлит. А вот клетка. А у нее налазят челии. То есть нервная система. Мы берем, как мысленно делаем такую проблему. Все знания души сжимаем в эту клетку. Мы мысленно вершим управление, все знания души сожимаем в ту челию. Мы еще не достигли, да сажимем сва знания до челии, когда се дешава у тренутку снажен импульс. Может немножко голова заболеть, закружиться. Неког может да заболи главе, да му се появи вертоглавица. То есть због блокова, кои не стаю телу. Може да осетите кичмену мождину. Вы треба само да очувате стане реализации управления в материи тела. Наравно адаптация нервной системы к тем знаниям, к той светлости. Ну, если бы все знания души сейчас бы реализовались в нашу систему нервную, конечно, то был бы взрыв. Ако бы все знания души реализовало сад в нашу нервную систему, догодила бы се эксплозия. Али наш дух все время контролирует наши возможности и брзину адаптации. Теперь эту сердечно-сосудистую систему. А сада сердечной системе. Ну, также выделяем исто, издаем в сфере развития души. Систем сердца, сердечных органов. Мы еще не успели там сжать. Мы еще не смогли до края, да сожжем светлость. А сердце ведь реагировало. Молодая кровь, да, сосудики. И молодая кровь и почала секречи. Есть
se negde pojavio bol. Da, može biti tam trom kakoj-to. Moguće se tamo trom nalazi, koji sad se uklanja. Da, здесь вообще все должно делаться мгновенно. Iako ovde treba sve da se dešava u trenutku. Ali ako vi ne kontrolišete i ne analizujete, analizirate logikom, onda se sve odvija u trenutku. Duša je samo promenila, hop, i pojavila se nova realnost. Sada smo pre... Da li se kod nekoga prilikom ovih vežbi pojavi osjećaj boli ili nečega? Nikod koga. Ovde treba delovati duša. Svetlošću duša. Čim počnete da kočite, odmah osjetite. Da prelazite na upravljanje svešću. A to se dešava još pre logičke analize. Do reči. Vi čim ste pomislili da prebačite srčani sistem u sferu, a ono se već desilo, odigralo. Već ste rezultat dobili. Galava još boli? I vas glava još uvek boli? Ne. No, to je prošla bol, prošla kakvita blok. Ako je prošao bol, znači da je prošao blok koji se nestao. A kada srce, sasude, krv? A kada srčani sudovi i krv? Nikako nije bilo boli? Niko nije osetio bol u oblasti srca. Ili krvnih sudova, ne? Ne, no vidite, ovo je što se povlečilo. Nešto ste se brzo izlečili. Dajte sljedeći. A sad prelazimo na naredni sistem. Sljedeće, to u nas endokrinne, da? Sljedeći, to je endokrinni sistem. Isto vršimo u formi upravljenja. Ili sžavi znanje na duši. Postavljamo u sferu. I sažimamo znanja duše u taj sistem. Tamo že, konečno, jest vse sistemi. Tamo, naravno, da se tamo već nalaze svi sistemi. Mi dožemo pokazati duši, s čim imenom mi hoćemo raditi. Ali mi moramo da pokažemo duši sa čim želimo sada da radimo. Prosto, endokrinni sistem. Endokrinni sistem postavljamo u sferu, sažimamo znanja. I opet delujemo oblasti upravljanja, gde su naša duša i duha. Znači, nekde prilike 40 cm ispred našeg grudnog koša. Ispred nas se nalazi kao svetlosni oblak. I u tom prostoru mi sve zamišljamo i delujemo. Endokrinni sistem. Organi razmnožavanja. Bubrezi. Štitna žlezda. Hipofiza. Epofiza. Hipotalamus. I endokrinni sistem. Sa limfom ćemo odvojeno da radimo. Razumete, u ovim lekcijama Grigorije Grabovoj nije pretpostavio da ćete lekcije i seminare morati dalje da se prevodi i prenosi. On smatra da je on to tako lako i prosto napisao da će svakome to biti jasno. I zato ovdje ima nekoliko seminara koji su usmereni direktno na strukturizaciju i na širenje svesti. Na širenje saznanja, to je tam faktički tehnologija. Tamo faktički čak i nema tehnologija. Tam prosto tako je za širenje saznanja. Tamo je jednostavno proširenje svesti. Da, čovjek napravlja svoje saznanje, naprimjer. Čovjek usmerava svoju svest. Perehode među mišljenjem i duhovnim upravljenjem. Na prelazak između misli i duhovnog upravljanja. Među logičkoj fazi i fazi mišljenja. Između logičke faze i faze misli. I sve to čovjek mora sam da traži.
Zato što on radi dušom i duhom. To sve je moguće vidjeti. I ova razlika u stanjima upravljanja dozvoljava da postignemo upravljanje. Izlazeći na tu granicu, kao ovdje što bi na granici, između fizičkog lika i duhovnog. I to nam dozvoljava da vršimo upravljanje. A ja za vas biram tehnologije. A zato što kad budete imali tehnologije i budete ih čitali, pod vas će se stvarati takvo upravljačko stanje. I tada ćete vrlo prosto upravljati sa tim tehnologijama koji se nalaze u knjizi. I istovremeno da bi se vi svi ovdje izlečili i podmladili i rešili vaše zadatke. Mi zato vršimo upravljanje grupom. U posljednje vreme većina nas upravlja dušom u grupnom radu. Zato vi osjećate da nema više tako velikog pritiska. A iz druge strane vaše telo se već adaptiralo. Zato što prvog dana upravljenja osjeća se veliki pritisak u sali. Zašto ste ga vi tako osjećali? Zato što unutrašnje brzine spoznaje te informacije. Oni su bile usporene. Nisu bili adaptirani ka brzini upravljenja. A sada vi taj pritisak i ne osjećate skoro. Vaše telo se već prilagodilo toj brzini i upravljanje se vrši mnogo lakše. Ali ako ste vi navikli na pritisak i na sve to, može da vam se učini da kao vi i ne upravljate. Zato što ne ulazite u posebna stanja i nemate to osjećanje. Ali u stvari vi ste počeli da upravljate dušom. Jer duša i ne upravlja faktički, ona samo hop i menja realnost. I to je sve. Imate već drugi duh i drugu dušu i vaša svijest je drugačija. I telo je drugačije. Bili su problemi, sad ih više nema. Imali ste problema, sad ih nema. I upravljanje duhom se razlika od upravljanja dušom, upravo tome, tim osjećajima. Osjećajima je... Kad mi upravljamo duhom, mi se također trudimo. Da ove sporedne osjećaje prebacujemo u stanje apsolutnog spokoja. Tada se mi približavamo ka upravljanju dušom. I zato nije potrebno terati energiju, povećavati pritisak, nasuprot. To je vaše i normalno stanje upravljanja dušom, duhom i svešćom. Vi to sve vreme činite. Ako vi izdvojete neki konkretan, lokalan vaš zadatak, to je mnogo lakše nego da duša upravlja celokupnom realnošću. Jer vi to i zato i ne treba da osjećate. Naravno, to je sve u idealu. Ali kada je čovjek bolestan, on može da osjeća isceljenje od bolesti u telu. A to je već logičko, fizička spoznaja. A sad da nastavimo. Da završimo. Rad sa drugim sistemima. Ostale su mi još tečne strukture. Naprimjer, krv. Sa srcem smo već radili, preostaje mi još krv. A kako mi da stalno stavimo pod kontrolu naše duše i stanje naše krvi? Jednu ćeliju krvi
чем издвоити? У простор. Развития души. И в эту клеточку сожмем все знания души. И в эту челюсть ему сожить и все знания души. И эритроциты, и белые, и цвета крвна зрнца, и тромбоциты. Белковую челю. У нее ставим все знания души. И он это фиксирует. Дальше клеточку лимфы. После того, как взяли челюсть лимфы. Клеточку лимфы. Выделили пространство развития души. Поставили мой простор развития души. И сжали весь свет. И сожжем все знания души. Душа все створила, и дух мора да створи везе. Именно связи это и есть уже материя. Управо те везе и есть створение материи. Да. И когда мы один элемент помещаем в пространство развития души, и когда мы один элемент поставим, он просто развивает души. То дух берет под контроль всю систему. То он дух взима под контроль целую систему. Потому что дух создает связь. За то, что дух створа везе. Если у нас одна клеточка стала нормирована. И ако одна наша челия постала нормирована. Evo, ide naša ćelija postala normirana. U njoj se sakupila sva informacija, krv je postala normi. A duh sazdaje sve. A duh stvara veze. A sveze među svimi objektami i elementami, makro i mikro. A veze među svim elementima, makro i mikro svijeta. Kada duh sazdaje sveze te kletečki sa svim strukturama. Kada duh stvara veze te ćelije sa svim strukturama svijeta. Ili sa svijekom strukturom limfe. Ili sa celokupnom strukturom limfe. То не може то да створи ван хармонија, ван норму. Не може. Любое изменение. Било која промена. Визовува изменение всей вселенной. Изазива промену целокупно вселенија. И сих објекат елемента тури. Внесли изменение, изменили клетку. Ми смо овде обавили промену, променили смо ћелију. Значи изменили што? Значи изменили смо и што? Но всю вселенную изменили. Целу вселенну су променили. Jer duh mora da stvara veze. On ne može stvarati nenormirane veze. Ako je ovdje ćelija, eritrocite ili limfe, ako je normir. On oko nje stvara nove veze. A znači da je tamo i okolo da je normir. A sada sistema disanja. Disajnih organa. To je također sfera. Stavljamo u prostor razvoja duše. И дышать расхотелось, да? И više не желаете ни да дышите. Когда управление делает душа, мы ничего не чувствуем. Когда душа вершит управление, мы ничего не осознаем. Но когда душа создает уже сознание, але когда душа створа связь, да, мы уже чувствуем изменения. Мы ведь осознаем промене. Потому что у нас в памяти сохраняется, как было то, что было.
Зато что в нашем сечении осталось чувано оно, как и было. И мы можем то да поредимо и да осетимо, да се нечто променило. Никто не хочет поделиться. Никто не желает испича. Что я осетил? Ну, у нас вроде у всех здоровые, легкие, да, и то. Изгляда, имамо сви в отличном стане плуча и другие органы. Так, теперь пищеварительная система. А сада органы варения. И опет, саживамо знание души. Информация органа варенья также. А теперь сделайте мочеподелительную. А сюда мокрочный систем. Мокрочный систем. Теперь репродуктивная система. А сюда органы размножения. Теперь, что у нас? Косточки еще. А сада просто нам кости. Костная система у нас. Систем кости. Ну, если вот, например, у человека болит позвоночник. Ако, например, у человека болит кичма. Вы поверьте, поместили, поместили костную систему в сферу, да? Вы поставите систем кости в сферу. Да. И можно выделить клеточку. И можете да извоите челию. Диска. Или кичмового диска. Что-то там. Человек знает, да, где-то у него там может быть сколиоз. Человек знает, у чем есть проблем, дали ли сколиоза или что. Диск может или можно истрошенный диск. Ну, может диск. Просто вот эту клеточку отдельно еще выделить. И можете еще после да изведете ту челюсть. Да, чтобы быстрее знаете, это что? Все произошло. Да бите то, что брже десило. Понятно, да, почему? Разумеете, зашто. Убаците ту сферу. Да. А если сколиоз, например, ако е сколиоза, клеточку, с которой начался сколиоз, да? Узмите он до чели, от кое кренула сколиоза. И отдельно ее. И отвено ее поставите. И светло знание сажимате. И осветлявате. Никто не почувствовал позвоночник? Никто не осетил промену кича. Или в коленима. Ну, изменения я имею в виду. Не само действие. Не само действие, но промена. Хорошо. Добро. Теперь мышечная система. А сада мишичи. Мышки, связки, сухожилия. Мишичи, тетиве. Соединительные там. Лигаменты и так далее. А сада органи вида, очи. Теперь
я вчера допоздна смотрела компьютер, с утра сегодня опять. И учился до касма глядела вы рачуна. Немножко было такое замутнение, но сейчас смотрю. Имала сам. Привременно ми се замутило вид, али сад видно, ми се очи веќе обновили. Да, я даже ничего, как говорится, не почувствовала. Ништо, чак нисам ни осетила. Али видим го. Само одјодном хоп. И изошчело ми се слика. Као да е постала мала измаглица. Вероятно, од умора очи. А сад веќе опет видим оштро и како треба. Кто је делал ешо? Ну, не делайте в очках. Ну, вот как вот ешо сказать? Если вы делаете управление по глазам, зачем в очках? Ако вершите управление по очима, органима вида, зашто носите наочари? Вы же опет искажаете восприятие. Онда ви опет промечаете ваше спознание. Макар затворите очи и немајте их отварати док се не изврши промена. И тогда ќе вам веќе научили сметати. Просто снимите очки и сделайте еще раз управление. Онда скинете научари и уже на пути извршите управление без них. Органы слуха теперь. А сад органи слуха, уши. Возьмите клеточку, если ухо больное, возьмите клеточку оттуда. Ако едно од уши вас боли, узмите ќелија из него. И сажмите у њу светлост. Ну так вот можно сделать на развитие ясновидения и яснослышания. То исто може да се учини ради развоја јасновидости и јасно слуха. Јасно слушање. Потому што ето наши естествени способности. Јер то су наши природни способности. Просто вот как бы вывести из архива. Них треба да их извучемо из нашег архива, да их се присетимо. Да. Ну а што, тепер зубки. А сад су зуби на реду. Вилично-зубни систем. Сверху. В облику сфере, као и до сада. И сажимамо сва знања души. А теперь, вот то, что мы сделали. А сада, оно, что смо учинили. Пребаците у ниво развоја духа. Например, вот это, да, например, что мы здесь сделали. Све оно што се учинили в области. Да. Ну, теперь уровень развития духа. Теперь это сфера. У ниво развоја духа. Сада е ово сфера. Сфера развития духа. Сфера развоја духа. Просто так назначите. Тако и одредите. И вы сразу чувствуете. И ви ќете одмах осетити. Да су вам се зуби поменили и да вам се кичма угрела и како осеќате вручину и у штитној жлезди и у плућима. Сад све што смо учинили информацијано пребацујемо на ниво реализације и то изговараме. Пребацујем ово управљање у ниво развоја духа. И сву ту информацију. Ви како вот эту границу уже убираете? Ви ту границу укланјате. Все то же самое? Остаје све исто. Но только теперь это сфера развития духа. Само што је сад ту сфера развоја духа. И сад фиксируем результат. По всем параметрам реальности. Норма творца легла у всем параметрам реальности и нека будет так. 741, 741. И еще одно. Три пута. 741, 741, 741. Увели три пута. 8, 8, 9. 8.
Кој још није то учинио, нека учини. Кој није записал, нека запише. И идемо да ручамо, зар не? Да. Символ системы, да? То је символ система. Информација система. Информација система. То види в котором она существует вот у нас в теле. У оном у истом виду, у коме постоје и у нашем телу. Да, значит, информацию клеточки. Што значи информација ћелије? Мы берем вот из этой структуры. Узимамо је из ове структуре. Фактически она там же в этой системе и находится. А фактически се она и већ налази у том систему. Понятно, да? Да ли јасно? Информация в информации. Информация у информации. И из информации. И добиемо ее из информации. В информации можем манипулировать. Мы можем да радимо все, что хотим с информацией, да бисмо створили норму. Да. Так, чтобы это было макросозидательно, во-первых. Да то будет за спасение всех, как под один. Пролонгировано в будущее на вечную жизнь. И по два, да то будет за будущность, за вечный живот. А это работа души и духа. А то и вечер рада души и духа. Вот когда мы работаем в структуре управления душой и духом, когда радимо в структуре управления духа и души, там всегда коррелируется любое наше управление в норму. Тогда часы увек вершить коррекция на белоком нашему управлению. Нашу мысль кто создает? Кто створа наши мысли? Душа. Душа. Значит, прежде чем мы ее подумали, эту мысль. Что значит, прежде чем мы помыслили на нечто? Ее создала душа. То нечто и створила душа. То, конечно, она вперед нашего тела. Наравно, да она ради много брже от наших тела. И знает нашу задачу. И много знает наш задаток пре свега. И затем в самой себе ее решает. А затем у самой себе решала тай задаток. Когда мы уже свет сжимаем, когда мы светлость собьем, в пространстве развития души, у пространства развития души, ребят, но душа это же статика. Душа и статика. А мы сжимаем в ней, а мы собьем у ней ее информацию в систему. Нену информацию в один систем. Систему организма. Систем организма. То же действие духа. То и делование духа. Но мы пока как бы на этом не заостряем внимание. Али мы за сада на ово, као да не обраћамо пажњу. Вот когда мы уже во все системы включили свет. Али когда смо већ упалили све системе, активирали смо светлост у себе. Оно уже в пространстве духа. Оно се већ налази у пространству духа. То есть как на ясновидении кто видел? Значи, они који имају отворено ясновидение. Он увидел, что эти системы в пространстве развития духа организовались. Он не видел, да се ови системи организовали у пространству духа. Понятно, да? Они уже там были. Они су тамо већ постојали. Когда мы сделали управление. Когда смо радили управление. По выводу всех наших управлений в уровень сферы развития духа. Али онда смо сва наше управление пребацили у сферу развоја духа. Они уже там были. А они су тамо већ били. И кто это видел? И ко је ово видео? Подигните руку, кто это видел. Да. Вот какие все у нас знания. Да. Понятно, да? Просто там то и ясно. Я сказала, что не надо никаких действий. Али рекла сам, да не треба никаква делования. Надо было возвращать эти сферы обратно в эту сферу. Не требало поново да враћамо ове сферы у сферу другу. Я всегда говорю о том, что когда идет управление. Увек кажем, да когда идет управление. Мы выбираем роль наблюдателя. Mi smo uvek u poziciji posmatrača. Mi samo posmatramo. Duša i duh sve rade onako kako treba. Oni ne greše. Treba da verujemo sebi. Svom viđenju. Svojim osjećajima. Treba da verujemo znanjima svoje duše. Ona će sve pravilno uraditi. То сам хотела да вам кажем. Давайте еще рассмотрим, но мне, у нас мало времени, а мне очень нравятся две лекции Григория Петровича. Постоят две лекции Григория Петровича, кое ми се веома свиђају. Старались как бы их побыстрее сделать. Брзо ћемо их урадити. Вот. Но это вот работа с ДНК.
То є реакція ДНК. Ну, у Григорія Петровича завжди внешнє і внутрішнє, воно взаємозв'язано. От Григорія Петровича спільність і внутрішність є завжди пов'язана. І іноді він об'ясняє внешню реальність. Понекуди він об'яснює, об'яснює спільність реальність. А потім шокує читателів. А затім шокує читателя. Ізявом. Що це і є? ДНК? Да, то ДНК. Що це і є? Білок? Да, то протеїн. Що це і є тіло? Да, то є тіло чоловіка. От зараз давайте це все зв'яжемо. Хайде сад ово све да повежемо. У єдину сферу понимания. У єдинственну сферу розумевання овога. Що таке внешня реальність? Що є то сполішня реальність? Що таке внутрішня реальність? Що є то внутрішня реальність? Ми маємо кое-какі знання. Ми маємо всякакво знання. Внешня – це внешня. Сполішність – це сполішність. А внутрішня – це внутрішня. А внутрішність – це внутрішність. Це все, що знає логіка. То є все, що знає наша логіка. Ну, если мы рассмотрим. Але як мало более поглядом. Внешнюю реальность. Сполішню реальність. Как внутреннюю реальность Бога. Сполішню реальність, как внутрішню реальність Бога. Вот мы. Ово смо ми. Вот наша внешняя реальность. Ово наша сполішня реальність. А это реально тело Бога. А ово тело Бога. А вот это наша внутренняя реальность. А ось що боїм є наша внутрішня реальність. Наша внешня лична реальність. Наша сполішня лична реальність. Це внутрішня реальність Бога. То є внутрішня реальність Бога. Як для нашої клеточки. Као що є за нашу челицю. Внешня реальність. Сполішня реальність. Це тіло наше. То є наше тіло. Тіло для неї Бога. За нього є то тіло Бога. Ми для нього Бог. Ми смо за нього Бог. Вона нас залежить. І вона залежить від нас. Любимо ми чи не любимо. Далі ми волимо чи не волимо. Лукаємося чи наоборот. Далі се лютимо на нього чи милуємо. Наше состояние. У залежності від наших стані. Все мені отражається. Все ово се ізражава на нього. Тому що це її внешня реальність. Зато що це не на сполішня реальність.